Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас следующая сказка «Звери в яме». Вот посмотрим, какие же звери у нас спрятались в яме. Наверное, те, что здесь нарисованы. Петушок какой красивый, курочка беленькая, зайчик, лисичка-сестричка, а там вот солнышко, тучки его спрятали. Звери в яме. Жили-были петух да курочка. Вот пошел град, испугалась курочка и кричит: «Петушок, петушок, беда, бояре наехали, палят, стреляют, нас убивают, бежим отсюда». И побежали. Бежали-бежали, навстречу им заяц. «Куда, петушок, бежишь?» «Ай, не спрашивай меня, спрашивай курочку». «Куда, курочка, бежишь?» «Бояре наехали, палят, стреляют, нас убивают. Возьмите меня». И побежали втроем. Им навстречу лиса. «Куда, зайчик, бежишь?» «Ой, не спрашивай меня». «Куда, петушок, бежишь?» «Ай, не спрашивай меня, спрашивай курочку». «Куда, курочка, бежишь?» «Бояре наехали, палят, стреляют, нас убивают. Возьмите меня с собой». И побежали вчетвером. Им навстречу волк. «Куда ты, лиса, бежишь?» «Не спрашивай меня, спроси зайца». «Куда, зайчик, бежишь?» «Не спрашивай меня, спроси петуха». «Куда, петушок, бежишь?» «Не спрашивай меня, спроси курочку». «Курочка, куда ты бежишь?» «Бояре наехали, палят, стреляют, нас убивают». Видите, как тучки налетели, солнышко спрятали, и пошел град. А курочка испугались петушком, думали, что это бояре стреляют, да? И тогда говорит им волк. И тогда им волк говорит: «Возьмите меня». И побежали впятером. Им навстречу медведь. «Куда, волк, бежишь? Не спрашивай меня, спроси лису». «Куда, лисичка, бежишь?» «Не спрашивай меня, спроси зайца». «Куда, зайчик, бежит?» «Не спрашивай меня, спрашивай петушка». «Куда, петушок, бежишь?» «Ай, не спрашивай меня, спроси курочку». «Куда, курочка, бежишь?» «Бояре наехали, палят, стреляют, нас убивают. Возьмите меня». И побежали вшестером. Бежали, бежали, да в глубокую яму упали. Вот смотрите, все сидят в одной яме. Долго они в яме сидели, есть захотели. А выйти не могут. Вот лиса и говорит: «Давайте имена спрашивать. Чье имя хуже, того и съедим». И запела лиса: «Медведь, медведушка, имечко хорошее, лиса Алисова, имечко хорошее, волк, волчухна, имечко хорошее, заяц, зайчухна, имечко хорошее, петух, петух, петухна, имечко хорошее, кура, акувара, имя плохое». Тут курочку и съели. Прошло время, опять есть хочется. Лиса опять запела: «Медведь, медведушка, имечко хорошее, лиса Алисова, имечко хорошее, волк, волчухна, имечко хорошее, заяц, зайчухна, имечко хорошее, петух, петушинха, имя худое». Съели петуха. Сидели опять, есть захотелось. Лиса запела: «Медведь, медведухна, имечко хорошее, лиса Алисова, имечко хорошее, волк, волчухна, имечко хорошее, заяц, зайчухна, имя худое». Съели и зайца, долго ли, коротко ли, а опять есть захотели. Лиса запела: «Медведь, медведушка, имечко хорошее, лиса Алисова, имечко хорошее, волк, волчухна, имя худое». Разорвал медведь волка, стали они с лисой есть.
Лиса часть съела, а другую-то припрятала. Сидели-сидели, опять проголодались. Лиса потихоньку начала его припрятано есть. Медведь спрашивает: чем, лисонька, лакомишься? Кишочки свою достаю и ем. А как ты их достаешь? Распорола брюхо и достаю. Медведь поверил и распорол себе брюхо. Осталась лиса одна в яме. Прошло времечко. Летит мимо птичка-синичка. Лиса и кричит ей: птичка-синичка, выручи меня из беды. А как я тебя выручу? Наноси в яму веток. Наносила птичка в яму веток. И выбралась лисичка на волю. Видите, вот здесь яма, в которой сидела лисичка, глубокая. А птичка вот эта маленькая, веточки всякие, листики наносила. И лисичка выбралась. Вот так спасла птичка лисичку. А сейчас всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец и жду ваших комментариев. До свидания.